Такое интересное здание, видимо, революционное, находится в Большом Порпино, в районе фосфоритного завода остановки. Даже часы есть, которые идут. Видимо, недавно отреставрировано. Высокие арки, стрелочные окна. Флюгель на крыше, часы верно показывают. Видимо, старинное здание полностью отреставрировано. Два этажа с высокими стрелочными окнами. Похоже на дореволюционную архитектуру, как строили. Заборчик новый, симпатичный. Такое? Ты... Вот такое красивое здание. Остальное же, видимо, новострой.